Digma D-Magic Kids Plus – мини-проектор со встроенным динамиком и аккумулятором для просмотра мультиков в любом удобном месте. Сегодня распакуем мини-кинотеатр от Digma. Он поставляется в небольшой картонной упаковке и комплектуется блоком питания, пультом дистанционного управления, аудио-видеокабелем и документацией. Посмотрим на модель поближе. Она выполнена в пластиковом корпусе белого цвета и имеет форму кубика размерами 11 на 11 на 11 сантиметров и весом около полукилограмма. Спереди объектив, сверху кольцо фокусировки, набор кнопок управления и резиновая ручка для переноски. По бокам вентилятор охлаждения и двухваттный динамик. Сзади HDMI-порт и обычный аналоговый аудио-видео-вход, порт USB для подключения флешек и слот для microSD-карт. Рядом инфракрасный приемник для управления с помощью комплектного пульта. Что касается изображения, то тут используется технология с LCD-матрицей и светодиодной подсветкой. Технические характеристики, откровенно говоря, невысокие. Разрешение всего 320 на 240 пикселей, а яркость подсветки 30 люмен. Этого мало для просмотра контента в затемненном помещении, поэтому придется либо полностью затемнять комнату, либо ждать сумерек. Также учтите, что из-за такого невысокого разрешения смотреть фильмы или мультфильмы с высокой детализацией будет не очень комфортно. А вот детские мультики типа смешариков будут выглядеть очень неплохо. Для работы проектору даже не требуется подключение к компьютеру. Благодаря встроенному мультимедийному плееру он может самостоятельно воспроизводить фильмы, музыку и отображать фотографии прямо с флешек и карточек. Под конец отметим, что данная версия оснащена встроенным аккумулятором емкостью 3000 мАч. Но при работе от аккумулятора активируется режим пониженной яркости. Поэтому для полноценной работы проектор лучше подключать к розетке. Хотя сам факт наличия аккумулятора позволит запустить мультики для ребенка даже при отсутствии бытового источника питания.